В апреле 2022 года партия «Единая Россия» запустила проект «Жители МКД», который призван решать проблемы собственников многоквартирных домов, помогать им выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. В рамках именно этого проекта стартовала акция «Книги Донбассу». На базе управляющей компании «Купеленко» мы сделали пункт обобщающего сбора как раз и литературы. А на сегодняшний день на территории новых присоединенных республик с этой литературой есть большая проблема. Будет организована возможность сбора таких книг для дальнейшей передачи сюда, в центр сбора данной помощи, и уже потом направление в республике Донбасса для наших детей. Многие управляющие компании откликнулись на призыв партии «Единая Россия» оказать помощь в реализации акции по сбору книг. Одна из них – УК «Купеленко». В ее управлении находится 40 домов, в которых проживает порядка 25 тысяч жителей. Теперь каждый из них может передать библиотеке Донецкой и Луганской республик свою книжку. Мы с удовольствием присоединились к этому проекту. Мы совместно с жителями наших домов, у нас достаточно количество большое домов, вот мы собрали среди жителей, жители нам приносили книги, детские книги. Этот стенд, который мы оформили, это вот он в шаговой доступности находится, вот наши дома, вот здесь поблизости жители, вот приносят вот такие книги. Нынешняя акция стала продолжением партийного проекта, который «Единая Россия» запустила в апреле прошлого года. Из разных уголков Ленинского городского округа книги везли в общественную приемную партии. Акцию поддержали сотрудники библиотек, участники детских подростковых клубов, рядовые жители. За этот период времени мы собрали уже порядка 10 тысяч книг, которые на сегодняшний день направлены на территорию. И я думаю, что эта акция пока у нас будет бессрочной, потому что потребность действительно велика там. Акция только стартовала, и пока на этих стеллажах совсем немного книг. Но организаторы уверены, в этих многоквартирных домах живет много неравнодушных людей. А значит, совсем скоро эта передвижная библиотека пополнится большим количеством новых экземпляров. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.